коллайдер. В общем, я надеюсь, этого видео не будет. Всем привет, с вами Даша Кей. Сегодня в гостях у меня мама. Маму зовут Света, Светлана Юрьевна, как вам удобнее. И мама просто первый раз со мной снимается, и поэтому она очень переживает и будет читать все ваши комментарии, так что пишите только хорошее. Я ее уже накрасила, но она все уже исправила. Ну, как обычно, она никогда не довольна моим макияжем. Поэтому накрась-ка, мам, ты мне сегодня сама. Ну что, начнем? Ну, так как я в кавычках люблю краситься... Что ты думаешь, нужно нанести? У меня нанесен уже на лице уход. Выложила тут часть своей косметики. Палетки, кисти. Я вспомнила. На лицо, чтобы выровнялся тон, наносится что-то. Праймер? Правильно. Да? Серьезно? Да. Угадала. И где он? Сейчас. А я не принесла. А нет. Может, вот, здесь? Праймерка. Да. Промокну свой крем. Как, мам, вообще ты относишься к тому, что я занимаюсь косметикой? Ну, доченька, что я могу сказать? Я сама тебя к этой подтолкнула, к сфере. Ну да, мама у меня... Ты будешь прям руками? Это уже началось? Как? Я как себе, так тебе. Да, мама у меня парикмахер. Стилист? Ну, стилист по волосам. Я обожаю, когда, знаешь, парикмахеров обижают, что стилист мужской по волосам. Барбершоперша. Поэтому у мамы всегда идеальная укладка. Так, мам, это разнесла, да? Да. Наверное, промокнуть надо. Ну все. Что мы будем наносить? Тон, либо с глаз начнем, либо что? Что будет дальше? Сейчас вспоминаю. Тон ты мне наносила, да. Не обязательно делать так, как я тебе наносила. Ну, я вспомнила, потому что я никогда не наношу себе никакой тон. Ты тон не используешь, нет, да? Ты пудрой пользуешь, нет? Или даже пудрой? Ты мне все там отдала. Ну, я тебе, да, даю. Я не знаю, куда это накапать-то. Ну, можно на руку. Сейчас я могу принести палетку. Ладно, нет, все. На руку, да? Ты... У меня свои красивые веснушки, и я ими горжусь. Да. Я их сегодня тебе их запечатала. Мама решила использовать тон Face and Body. Это очень легкая текстура. Ну, давай. Мы сегодня вечером уже пойдем гулять. Ты должна у меня красивая пойти. То есть я так пойду на улицу? Да, Даша. Кстати, за кадром мама меня попросила... Как ты сказала, где этот кругляшок? Именно нанести бьюти-блендером. Так, и шейку так сделаем, чтобы она не отличалась. Никак я тебя сегодня увидела, даже не узнала с улицы. Повернись ко мне. Синьки у тебя такие под глаза. Вот, а чем синьки тебе замазать можно? Консилером. А, да, да, мы покупали. И где консилер? Ну вот подумаешь, что я за это... Я помню, когда мы с тобой, помнишь, ты еще в школе училась, я тебе покупала, не помню, какой-то Dior. Нет, не Dior, нет. Такой черненький. Это Армани. Да, Армани. И ты пользовалась потом, несколько раз покупали мы тебе. И где он? Ну, вот от MAC. Как он скромный по сравнению с Армани. Это от папы синьки-то. Не твои, да? Не мои. Красота от мамы, а синьки от... Мужчин стричь намного проще. Чем красить женщин? Ой, что ты, я не только красить их, я их вообще никак боюсь. И стричь, и укладывать, и все. Что мы сделаем дальше? Наверное, нужно нанести пудру. А, нет, тон наносит. Нет, тон нанесла. Пудру, бесцветная пудра, точно. Ты взяла как раз в руки, да? Пудру, да. А вот давай рассыпчатую. Кисточкой, может быть, воспользуемся какой-нибудь? Да, можно в этот раз. Консилер был, кстати, тоже от MAC. О, мам, у тебя сегодня прям целый день MAC. Я думаю, что я еще к Том Форду подойду. Что-то было, не помню. То ли так, то ли как-то. Даш, ну не смешно. У тебя, кстати, же тоже там есть кисточка, которой ты обмахиваешь. Не, мы сейчас их не обмахиваем. Не, феном сдуваешь, что ли как? Конечно, нельзя же, мы же все, она же не стерилизуется, кисти. А, вы убрали. Ну, у меня волос на кисти немножко другой. Не совсем удобно. Я хотела тебе носик контурировать, но уже поздно, да? Нет, можно. Тебе жарко? В работе жарко? В работе жарко. Такой. Давай я тебя припудрю немного. В работе, которая для меня новая. Нос, делаем его не как у меня широкий, вот такой красивый, как у папы. Так, давайте вот это вот тоже заберем, а то у тебя болтается. А, да. Тебя девочки и мальчики не любят, когда волосы падают. А, контурная палетка, которой ты можешь воспользоваться. Угу. Поворачивайся-ка. Сейчас я быстренько. Ой-ой. Ты, мам, чистую кисть-то взяла? Да. Поверись ко мне. Я думала, он тебе сейчас, как у Майкла Джексона, будет мозг. А я бы хотела тебе румян нанести. Румяна есть, да? На румяна тут есть, да.
Ладно, румяна потом займемся, когда... Были румяна, мам. Да. Так, я подумала, что у тебя макияж будет, знаешь, какого цвета? Глазки рыжего. Кирпичный цвет смешаю вот с этим цветом. Вот так вот. Ты куда посмотрела? На лампу? То есть мы контуринг тоже румянами, да, делаем? Да. Теперь делаем глазки. А какой бы ты хотела цвет-то? Сегодня беспристрастно. А вдруг со мной гулять потом не пойдешь? Я наношу вот такой золотистый цвет. Ок. Ну, в конце я волос подстричь. Думаю, мне лучше получилось бы. Мам, я тебя когда прошу подстричь мне концы волос, ты отстригаешь 10 сантиметров. Ну, это тебе цвет не идет, кстати. Спасибо. Спасибо. Мне вообще неудобно красить. Глазки открой. Да. Этот цвет тебе тоже не идет. Глаза закрой. Давай этот переход что ли сделать? Ой, даже там намазалось что-то. А чем мне возле глаз-то вытереть? Какие твои любимые блогеры? Даша Ключ. А, Андрей Петров. Геворг. Питера девочка тоже мне нравится. Даша Дружа. Да. Ты мне прям в глаз тыкала. Да. Открой немножко кверху. Не бойся. Ну ты все размазала, всю мою красоту, которую я сотворила здесь. Ну вот уже 34 года в этом году будет, как работаю парикмахером. Ну тебе нравится? Да, Даша, я очень люблю свою профессию. И самое интересное, меня клиенты очень любят. Ну ты сама знаешь, как я люблю свою профессию. Я работаю с 85 года. И стригу только мужчин. Так, теперь нужно накрасить реснички. Ну да, конечно, а-ля 80-е. Ничего ты мне не забыла накрасить. А что еще надо? Брови. А, точно. Да, бровей-то у тебя нету точно. Как ты думаешь, мама мне пойдет этот макияж? Я так раньше красилась. Под глазами чернота такая была. Карандаши можешь любые. Это пудра для бровей. Уже провалилась. Да. Чем можно брать это? Даша, ну вообще не получается. Главное не отчаиваться, мама. Даша, да я уже думаю, никуда, наверное, не пойдем. Подвести глаза можно. Карандашом. Да, карандашом. Межресничная подводка вот такая. Но если сейчас я вот на такой цвет еще зелени добавлю, я думаю, ты шикарно будешь. Я пошутила. Это так сложно, оказывается. Губы. Я не буду тебе сильно... Давай вот телесную. Если рыжий накрашу, ты меня совсем убьешь. Вот я крашусь вот так, только побыстрее. Ну, на себе поаккуратнее. У тебя вообще как-то не очень красиво получилось. Что сейчас любят? Хайлайтер. Халат. У меня дефект речи. Все его любят, кроме меня. Ты не любишь хайлайтер? Пшик-пшик-пшик. Как он называется? Мы сейчас закрепим его. Глаза закрывай. Мам, я еще не видела себя. Все. Все, я могу смотреться, да? Да. Я, ну, мам, ну не так уж и плохо. Ты, как и любой начинающий мастер, боялась работать с цветом. Ну, ты просто просыпала на меня тени. Ты это видишь? Да, я забыла их убрать. Подожди, я исправлю это сейчас. Так, вот этим и гетон. Даша, я прикалывалась. Конечно, твои видео смотрю. Они мне очень нравятся. Я кое-что для себя беру. Но не люблю я красить. Угу. А с какого момента ты прикалывалась? Это же движение, видишь, делаю как-то. Честно говоря, ощущение, будто бы я 5 дней бухала, потом пошла работать. Нет, нет, ты попала в 80-е. Большое спасибо, что пришла. Макияж получился просто. Ты не хочешь меня обижать, да? Нет. Ну, макияж получился нормально. Если, ну, допустим, была бы ночь. Но мы гулять пойдем, когда стемнеет. Ну, не, мам, это надо будет смыть. Смыть? Смыть. Приходи еще. Может быть, в следующий раз ты мне сделаешь смоки. С вами была Даша Кей и мама. До скорых встреч. Ставьте лайки, пишите, что вы думаете об этом образе. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Пока. Пока.